Итак, выплаты семьям погибших военных из Башкортостана распространят и на добровольцев. Соответствующие поправки разработал региональный Минтруд. Но вот проект постановления пройдет общественное обсуждение до 19 сентября. Ранее получить выплаты могли только близкие погибших военнослужащих, участников спецоперации на Украине. Они составляют 2 миллиона рублей. Соответствующий закон Госсобрание Республики приняло сразу в трех чтениях. Ну и напомню, регион сформировал два добровольческих батальона для участия в специальной военной операции на Украине. Им присвоили имена генерала Минигали Шеймуратова и Героя России Александра Достовалова. В начале и середине июля подразделения отправили на прохождение боевого слаживания, ну а в конце августа в зону проведения спецоперации.